Всем привет! Сегодня мы решили приехать в парк, выбрали парк Сосновка, чтобы сделать сегодня здесь арт-объекты. У меня уже был такой опыт, я из куска бетона и нескольких деревьях создавал такую скульптуру и красил ее сверху. Сейчас задача найти подходящие материалы, это могут быть куски бетона, плиты, срубы деревьев и сделать из них арт-объекты. Мы сейчас гуляли, шли дальше, и пришла такая идея найти какой-нибудь объект и нарисовать банку сгущенки, какую-нибудь консерву. И нам подвернулся такой вот интересный объект, который как раз сейчас будет банкой со сгущенкой. Добрый день, меня зовут Дарья. Я нашла стрит-арт «Сгущенка» в Сосновке, в парке Сосновки. Мы гуляли с друзьями. Это была какая-то абсолютно неожиданная прогулка. Я вышла в грязных штанах, просто проветриться, подышать свежим воздухом. Мы обнаружили сгущенку. Она была очень классная, прям среди вот этой всей зелени. Это было очень неожиданно. Мы сразу решили пофоткаться, пофоткались, а потом увидели, что там можно еще выложить в Инстаграм, получить подарок. Мы, собственно, так и поступили. Среди вот этой всей зелени это было очень неожиданно. Еще оказалось, что у ребят за фотографию с этой самой сгущенкой можно выиграть подарок. И да, я оказалась таким счастливчиком с футболкой «Я люблю Санкт-Петербург». Это очень классно.